Сотрудники госавтоинспекции посетили храмы Одинцовского городского округа и рассказали прихожанам об основных аспектах дорожно-транспортной безопасности, в частности, о необходимости использования световозвращающих элементов в темное время суток. Священнослужители провели молебны, поблагодарили дорожных полицейских, которые по долгу службы и призванию предотвращают трагедии и спасают жизни людей, пожелали им успехов и молитвенной помощи.